Всем привет, и снова про OKTEL. Эти ребята недавно выпустили свой навороченный и крутой защищенный модульный смартфон почти за $500, который, конечно, мощный и неубиваемый, но приобрести его могут далеко не все, а защищенные смарты хотят многие. И они, видимо, посмотрели на все это дело и сделали защищенные устройства с более доступным ценником. Это OKTEL WP5 Pro. Это защищенное устройство с сертификатом IP68-69 на вода и пыленепроницаемость и военным сертификатом MIL-STD-810G, подтверждающим прочность. По словам разработчиков, смартфон будет незаменимым компаньоном для пользователей, которые часто отправляются в поездки на природу или работают в сложных условиях. На практике это означает, что аппарат способен без ущерба для работоспособности выдержать падение с высоты до 1.5 метра на твердую поверхность, погружение в воду на глубину до 1.5 метра в течение получаса и воздействие высокотемпературной мойки высокого давления. В нем будет полноценная тройная камера, датчик отпечатка пальцев, металлические элементы в довольно компактном корпусе, 5,5-дюймовый экран OGS с соотношением сторон 16:9 создадут приятные впечатления от гаджета. Конечно, нельзя не обратить внимание на большую толщину устройства, но это объясняется в большей степени для защиты от пыли, влаги и капель. Используемый экран оснащен разрешением 1440 на 720 точек с хорошей яркостью и контрастностью. И с IPS-панелью будет вам удобно работать. Спецификации являются стандартными для данной категории. Энергоэффективный процессор MediaTek Helio A22 вместе с 4 ГБ оперативной памяти и видеочипом PowerVR GE8320 по-прежнему способен запускать многие современные игры, хотя иногда вам необходимо установить минимальные графические конфигурации. 64 ГБ ПЗУ достаточно для многих пользователей, в то время как владельцы музыкальных и видеоколлекций будут использовать карты microSD. Основные фотографические модули на 13, 5 и 2 мегапикселя радуют количеством, но не качеством. Дневные фото будут удовлетворительными, но если освещение ухудшится, будет трудно сделать что-то отдельное и четкое. 5-мегапиксельная фронтальная камера будет играть роль зеркала, но не подойдет для создания прям супер селфи. Добавим в список преимуществ 4G, OTG, Android Pie и в результате получим устройство, которое подходит для людей, которым требуется 3-4 рабочих дня от мастера мобильной связи с одной ячейкой и использующего его для выполнения более сложных задач. Помимо защищенности, еще одной особенностью смартфона можно назвать батарею емкостью 8000 мАч, которая обеспечит работу устройства до 38 дней в режиме ожидания. Остается добавить, что в качестве операционной системы в смартфоне используется Android 10. OKTEL W5 Pro будет доступен на AliExpress для пользователей из Европы, Южной Америки и России. Стоимость модели составит $128 на старте продаж, которые, кстати, начались сегодня, 6 июля. Но если вам вдруг не нужен защищенный смартфон с подобными характеристиками и вы хотите простой, неплохой бюджетник, то у OKTEL выйдет 13 июля. Другой смартфон – OKTEL S19. Уже с другими характеристиками, но и ценник, соответственно, совсем иной. S19 является частью программы Android 10 Go, то есть ориентирован для пользователей с очень ограниченным бюджетом, но при этом смартфон предлагает большинство функций, представленных в современных телефонах. Смарт оснащен 13-мегапиксельной камерой Sony IMX214 с функцией распознавания сцены AI для получения четких, красивых и естественных фотографий. Телефон получил 6,5-дюймовый IPS экран разрешением HD+, или 1560 на 720 пикселей. Емкость аккумуляторной батареи равна 4000 мАч. S19 построен на базе однокристальной системы MediaTek MT6737, которую дополняет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флеш-памяти. Есть слоты для двух сим-карт и карты памяти емкостью до 256 ГБ. В общем, любой нетребовательный пользователь сможет что-то присмотреть себе на постоянную основу, либо на недолгое время. А если вам совсем не нужен никакой из этих смартфонов и вы довольствуетесь своими, кстати, напишите, а какой у вас смартфон сейчас, то вы сможете принять участие в бесплатном розыгрыше от OKTEL, в котором они будут разыгрывать два этих смартфона в количестве 10 штук. Розыгрыш должен быть сегодня, ребятки, так что поспешите участвовать. Надеюсь, был для вас сегодня полезным и интересным. Смотрите мои другие интересные ролики, они вам точно понравятся и пригодятся. А я пошел готовить для вас новую порцию полезных девайсов из Китая. Хорошего вам дня, будьте все здоровы и пока-пока, до скорого!